Ну, друзья мои, замечательными, прекрасными напевами мы начинаем наш 2016 год, и я надеюсь, что ваше настроение, ваше здоровье, ваше самочувствие, ну, на пятерочку с плюсом. Всех приветствуем, рады здесь видеть, слышать каждого из наших телезрителей. Телефон прямого эфира программы «Универсальный формат» не менялся, 202-11-22. Мы ждем ваших, может быть, каких-то интересных звонков, рассказов о том, как вы провели свой замечательный Новый год. Ну и, конечно же, я думаю, мы сегодня с вами поиграем, разыграем какие-нибудь пригласительные билеты в кино. Ну а сегодняшнее музыкальное настроение в режиме легкого, этнического, карибского такого прекрасного напева нам будут создавать вот эти замечательные ребята. Здесь целых два проекта. Я буду представлять всех сейчас. Вот уже присели, устроились удобно. Давайте знакомиться. С нами здесь два проекта. Леди Зион и Два Льва. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, а теперь буду, как говорится, представлять всех индивидуально. С нами здесь Гуня Берман. Вот он. Как Остап Бендер, только в красном шарфике сегодня. Ариана Сион. Прекрасная мадемуазель с укулеле. Это же так называется? Да, гавайская гитара. Гавайская укулеле. Гитара. Сегодня очень много интересных инструментов. С нами здесь Анна Коновалова. Да, за шум такой интересный отвечает сегодня она. Никита Бабушкин. Всем привет. Никита сидит, и весь эфир будет сидеть, что-то там подтрагивать. Я не знаю, это тоже инструмент мне неведомый, но мы о нем тоже расскажем. И с нами здесь Николай Черемшанцев. Николай сегодня, да, такой вот на гитаре человек играющий. Ребят, вообще, конечно, настроение, я надеюсь, у вас хорошее. Праздники провели замечательно, да? Ну, наверное, мне хочется, чтобы вы немножечко, ну, каждый рассказали о том, что вы держите в руках. Ой, у нас, во-первых, настолько праздничное настроение, вот просто сегодня завершающий этап нашего, так скажем, новогоднего тура, потому что мы подготовили действительно карибскую программу, но в рождественском стиле, то есть мы поем рождественские псалмы и играем их на экзотических инструментах. Откуда такая вообще мысль-то возникла? А вот потому что, ну... Псалмы, как бы, рождественские, в каждом супермаркете мы слышим, да? Угу. Ну, они весь Новый год звучали. Сопровождают нас так или иначе. А вот в карибском стиле, наверное, это как минимум, ну, интересно, и никто так не делал. То есть есть регги-альбомы, которые в рождественском стиле сделаны, но вот мы сделали именно в пляжном ямайском стиле. То есть это называется стиль мента. На Ямайке, на пляже играют вот именно на таком составе инструментов, которые мы сегодня вам привезли. Это обязательно банджо, обязательно гитара, какая-нибудь перкуссия, маракасы или там бонго. И вот такой самый главный инструмент, который называется маримбула. Ого, музыкальный чемодан, я его назвала. Это кубинский бас, его женщины обычно называют каминчик. Каминчик, то есть у меня ассоциация с чемоданчиком. Да, им всегда хочется, чтобы там горел огонь, потрескивали сучи. Откуда это, Никита, откуда это? Это из Перу, сделано в Перу, Сережа купил. Да, то есть, ну, мы видели видеоролики, как на Ямайке играют на пляже. И я поражен был, что есть такой музыкальный инструмент. Я долго пытался узнать, как он называется. Это тоже достаточно сложно, он не распространен, в общем-то, в мире. Я вот уже забыл, как он называется. Он называется, у него много названий. Румба-бокс, маримба, бас-бокс, маримбула. Ну, очень много. То есть это он настолько народный, что его ни один завод даже не производит. Вот сейчас только в Германии вручную два года делают. Назад стали производить как бы на конвейере, а так он всегда сделан вручную. То есть его когда-то там 200 лет назад, наверное, иммигранты делали из коробок просто. Ну, то есть коробка, какой-нибудь ящик, и вот такие пластины, деревянные, скорее всего, были, которые, может, по сути, он эквивалент игры медведя на пне. То есть вот так. Ну или русский вариант игры на пиле. Ну вот, и мне захотелось этот инструмент посмотреть, я нашел, где его купить, как бы, вот кто продает, и купил. В России он единственный, короче. И у кого нет больше его, сегодня. И Никита его освоил. Вот два человека только, Никита и Сережа Чернов, басист, который умеет, он у меня раньше играл просто и тоже освоил этот инструмент. Вот я только двоих людей знаю, кто умеет на нем. Ну плюс на нем удобно, можно посидеть. Да, да, да. Такой расслабленный. Приустал, присядь. Это очень здорово. Вот мой ну что, друзья, 202-11-22, телефон прямого эфира. Давайте немножечко с вами поиграем, разбудим ваше настроение. Предлагаю посмотреть на экран. Мы загадали такой достаточно интересный, популярный фильм. Если вы назовете нам героя, персонажа и актера, кто это играет, из какого фильма, звоните 202-11-22. Мне кажется, у многих такое настроение, состояние случилось 11 января именно как вот у этого персонажа. Ариан, ты на каких инструментах умеешь играть? О, я умею играть на укулеле, на африканских барабанах,
на варгане, на всякого рода различных перкуссиях. Человек-оркестр. Что-то еще было? Ну, пока вот. Ну и каково это? Удобно? Ведь многие даже не знают, что это укулеле, друзья. Мы да. Сегодня вот такой музыкальный ликбез у нас. Маленькая гитара. Ну, в плане удобства тут строй другой приходилось переучиваться. И лады очень маленькие между собой. И бывает иногда, например, вот такой вот аккорд. Я сначала долго училась его делать, потому что пальцы не помещались на одной прямой. С ума сойти. Кстати, строй укулеле похож на русский сложнее. Строй балалайки. Угу. Да. А у меня, кстати, не банджо, а банджо-лели. То есть это тоже укулеле, только банджо. Банджо на самом деле больше. Ну тоже вот такая экзотика. А на одной стороне только можно играть или постукивать? Ну как на барабане. Ого. То есть так подыгрываешь себе тоже и постукиваешь. Гибрид укулеле и барабан. Кахон. Да, слушайте, ну здорово, конечно. Аня, у тебя, так понимаю, у меня, да, все виды шумящих. Посему, да, мы покажем вам обязательно. Тут прям, если честно, как средства самообороны они выглядят. Многие такие. Будем показывать. Это обычные вот маракасы, концертные, они очень громкие. То есть вот так вот. Да, средства самообороны вообще разные все в батасцах. Да, вы нашли друг друга вообще. Как мы встретились? Как вы встретились? Были два больших теплохода регги, которые плыли в океане музыки. Так. И рано или поздно мы столкнулись, потому что фестивали у нас происходят различного рода. Вот приглянули там один. Молодцы, один ребята, раз, второй раз встретились, третий раз встретились, четвертый раз. Если говорим, ну, может, уже напишем узаконим что-нибудь. Ну да, уже концов, все, да. Уже вместе, как группа. Сколько свиданий-то после столкновения, можно? Да, спаслись на одном плоту, который еще сегодня казалось, к вам на Марию были. Еще казалось, у нас музыканты. У нас музыканты еще общие были, то есть, да, да. Например, у нас Иван Антипов играл на барабанах, а у них приходил на гитаре, играл, то есть... В Самаре, на самом деле, такая очень, текучка, очень как бы небольшая тусовка музыкальная, все друг друга знают. А я занимался регги-музыкой уже с 92-го года в Самаре. Ты у нас уже пионер и просто ветеран регги в Самаре, мне кажется, лучший из лучших. Ну, с 92-го года, то есть это уже достаточно долго, да, группа «Два льва» существовала и существует по сей день. Мы часто ездим на фестивали, там, в другие города, в Москве представляем, за границей представляли русскую регги-сцену. И вот, на мое счастье, меня познакомили с Рианой Сион, по-моему, году в 2010-м, да, или в 2011-м. И у нас был, ну, то есть я ее пригласил на бэк-вокалы в группу. И мы, в принципе, с тех пор сотрудничаем. Спились. Но у нас был какой-то период, года два, когда мы отдельно совершенно работали. То есть она занималась электронной сценой, работала с диджеями, как MC работала, и много чего в клубах там, что ли, постигла вот в искусстве исполнения. И когда я встретил ее как вновь, как артистку уже совершенно самостоятельную, у нее оказались великолепные тексты, великолепный там лидер-вокал. То есть я думаю, господи, боже мой, вот эта девочка пела у меня на бэках, да это просто сама фронтмен, бриллиант регги-сцены, действительно. И мы стали совместно, ну, сотрудничать, то есть «Два льва» группы и «Леди Сион» Сан-Клаш, была у нее живая тоже команда, ну и вот мы стали совместные концерты давать. Вполне живая. Вполне себе Никит, вот нет, подружились мы именно там по этому проекту, да? Хотя мы в «Чистом воздухе» еще играли, но вот играть вместе стали регги именно потому, что Никита играл с А Николай как вам прибыл? Николай — это «Леди Сион». Течением. Он как бы всегда на берег выбросила, смотрю, с гитарой классно играет, думаю, сейчас, пойдем. По сути, объединилось два состава, как вы правильно сказали, но мы сейчас как бы представляем одно. Один проект. Да, мы то есть пытаемся сейчас уже, ну не пытаемся, а действительно создали регги-лейбл новый, Love Reggae Community. То есть это такой стиль уникальный в 80-х был, который был очень популярен в Европе, но до сих пор в России совершенно никак не представлен. И вот мы в прошлом году с «Два льва» записали пластинку в стиле лаф-регги. И то есть это чем отличается от, просто от регги? Это очень мелодичная, простая музыка и все песни о любви. О как! Вот. Русская душа, и мы сейчас, я думаю, решили, да, объединиться вот именно на этой, в этой направленности. Ну что ж, друзья, ждем ваших звонков и, конечно, будем сейчас исполнять что-нибудь интересное, красивое, замечательное. 202-11-22, телефон прямого эфира. Мы с большим удовольствием принимаем ваши звонки. Если вы увидели, узнали, что сейчас изображено здесь на нашем кинокадре, ребята, что поем? Мы сделали, как я уже говорил, вот этот совместный наш проект.
сделал новую совершенно этническую программу. То есть песни Рождества, 12 песен Рождества. Мы сейчас записывать диск приступаем, закончили тур, и как бы вот сегодняшней программе мы хотели подытожить наши все эти дела. И мы, конечно, будем петь рождественские псалмы. То есть продолжим вас. То самое настроение, которое так не хочется, чтобы нас покидало. Конечно, сказка. Встречайте. А погода-то какая? Замечательно. Действительно, не заканчивалось. Долго ли приходилось учить песни, тексты? Ведь наверняка приходилось что-то такое зазубривать, заучивать, или все знали эти песни? Ну, вообще, в принципе, я эти песни знала, они на слуху. Думала, эх, сейчас как быстренько и хоп-оп, шлеп-шлеп, выучу. А оказалось, там рождественские псалмы — это песни, колядки, которые обычно поют перед домами, чтобы их угостили. И знаете, сколько там куплетов? 12. Чтобы наверняка дали этот пирог, рано или поздно его вынесут. Поэтому иначе ты... не перестает это пение звучать. Сначала пыталась все вот это выучить, я это все выучила, но потом мы пришли к выводу даже элементарно, что обычному слушателю 12 куплетов-то, и кто подпевать-то будет 12 куплетов. И мы решили самое вкусное оставить, саму суть духа Рождества, и смешать это с инструментами нашими, и выдать это в том виде, в котором вы получили. И тем не менее, на подготовку программы где-то 2 месяца у нас ушло. Да. То есть мы начали еще там ранней осенью уже проникаться этим духом Рождества. Это здорово. Мы сняли ролик в поддержку программы. То есть на YouTube есть ролик «Леди Сионы 2.2». У нас в группе ВКонтакте есть этот ролик. Да, и он там за неделю 1200 просмотров набрал. Слушай, как здорово. То есть очень так это мы постарались его сделать...
так иронично, но гламурно. То есть мы все, по сути, мы все андеграунд, но там постарались выглядеть прилично. Но нет, там какая-нибудь декорация да проскочит. Ну, мне кажется, это вам видно. Я смотрела два раза, мне ничего не было заметно. Ну, там есть свои приколы, потому что, то есть, вот там кто-нибудь, еще музыка звучит, а мы встали, ушли уже там, ну, положили инструмент. Это же клип, рождественский клип. Сняла туфли. Михаил Баландин был режиссером ролика. На расслабоне все сделали, но тем не менее очень круто получилось и качество. У нас есть телефонный звонок, давайте принимать его. 202-11-22. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Сергей. Очень приятно, привет. Сергей. Первый привет. Вопрос мой. Как ваши дела? Живы-здоровы? 11 января на работе? Не дома. Везет вам. А мы уже работаем. Как выходные, как праздники? Отлично. Замечательно. Вопрос у меня. Вот мы уже тут немножко музыки хорошей, такой интересной послушали. Что скажете? По музыку? Да. Экзотически. Ну, приятно. Согласитесь слушать? Да. Это здорово. Да, возможно. Конечно. Ну, давайте сейчас тогда с вами определим, что же за актера мы загадали и в каком фильме он в таком виде приходил в себя. Ну, это Лоша Кутенко в образе дракона. Так, а что за фильм? «Елка 2». Правильный ответ. Вы молодец, отправляйтесь в кино, мы разыгрываем билеты в киномечту. Это здорово. А у нас будет еще совсем скоро тоже вопрос, тоже новогодний, тоже интересный, тоже киношный. Так что дерзайте, друзья, если есть желание сходить в кино с кем-нибудь, можете нам звонить. Можете просто звонить и делиться своими впечатлениями от того, что делают ребята. Может быть, чего-то пожелать. Может быть, лично кого-то знаете. Мне кажется, как раз можно высказать что-нибудь, то, что накипело, наболело в режиме реального времени. Фанаты поклонники. Звоните, друзья. Вопрос у меня. Я знаю, что вы были где-то с туром, колесили по разным городам. Как это было? Почему решили поехать? Да. Кто расскажет? Ну, во-первых, то есть программа давно была задумана, и так как мы к Рождеству, ну, постарались подготовиться. Угу. С сентября люди готовились, да, молодцы. Да, то есть мы сумели сделать 6 концертов здесь, в Самаре, и в заключительный концерт мы съездили в Москву, сыграли регги-Рождество такой, угу. Ну, концерт был совместный с нашими друзьями по регги-сцене, это «Вкусные каникулы» Бонифация был и «Рапапам». Вот. Также мы показали программу «Два льва», «Леди Сион» и вот «12 песен Рождества» псалмы. То есть дали большой концерт в Москве. 17 песен. Там даже вот за нами из других городов люди приехали. Я знаю, что многие самарцы, кто переехал в Москву, тоже к вам приходили. Они все были, конечно. То есть в Москве сейчас очень большая такая диаспора самарских людей. Творческая именно. Да. То есть там музыканты, в кино люди работают. Там, ну, артисты актеры, да, актеры. У нас очень много друзей пришло нас поддержать. И там просто такие люди неожиданные были. Неожиданные. Действительно, рождественские встречи. Это очень приятно. Рождественские встречи Гуни Бермана. Практически, смотри, а то скоро в Олимпийском. В прошлом году так и называли концерт в Самаре. Рождественские встречи Гуни Бермана. Ну вот видишь, с большим успехом идет. Аня, вот ты подпеваешь тоже. Получается, что тоже училась вокалу, как-то вот этим всем занималась. Ну, у меня есть музыкальное образование, угу. Училась я изначально на баяне, потом угу. перешла с истериками, ну, решила бросить музыкальную школу. С истериками? Да, там волшебная история, там, как меня спросили, чем же ты хочешь заниматься, угу. девочка, если не баян? Я говорю, я хочу петь. И открыли вокальное подразделение в моей школе, вот, и после этого многие дети были очень рады, вот. Но с музыкой я связана больше, наверное, через свою основную деятельность, я тренер по йоге. Вот мы это, там да. дышим, это поем, неожиданно. Чувствуем ритм, да, поэтому все очень плотно связано. Вот. И, в общем, а вот такая история. А можно показать, рассказать? Риан, может, нам поможешь тоже? Покажи, что там лежит вообще, да, так практически в позе. Что-нибудь из перкуссии, да, вот. Слушайте, тут прям, говорю, пыточные инструменты. Можно я подержу? Идем к нам сюда. Почти нунчаки. Да, это... Нужно стучать? Или нужно как-то, я не знаю, что с ними делать, рассказывать. Это клаве, это клаве, кубинский инструмент. Меня вот, например, впервые в Москве в эту поездку, не зря она прошла, научили, как правильно их держать. Оказывается, мы неправильно играли. То есть вот так руку делать, чтобы она там просто лежала. Лежала, да. И у нее звонкий звук такой получается. Так, соседям привет называется. С утра кто там пилил, строгал. А что это за дерево, Гунь?
Да. Ну, какой-то неизвестно? Там, не, я не может, знаю, там экзотические все сорта деревьев. Ань, покажи, там еще что-то лежит. Там же вот просто... прекрасный инструмент, который мы в группе, в нашем ансамбле прозвали олени. Вы об этом узнаете скоро. Это олени. Можно сказать Рудольф. Именно Рудольф, Валентин, вот Кристиан и этот Гуня. Да, тоже. Рождественский. Ну, наверное, тогда сейчас самое время что-то рождественское такое известное, чтобы все подпевали. Ну, давайте we wish you a Merry Christmas. Это надо будет? Нет. Ну, если хотите, можно подыграть. Я подыграю обязательно. Ну, пожалуйста. Готовы? I am captain. Четыре. Волшебная музыка, которую хочется петь, напевать, подпевать. А самое главное, ну, чтобы не кончались, не заканчивались эти самые новогодние каникулы. Когда майские праздники уже, хочется еще отдохнуть и немножечко как-то так вот замечательно время провести. Никита, а на чем ты еще умеешь играть, кроме этого замечательного чемоданчика? Ну, основной инструмент для меня бас-гитара. Так. Я в «Два льва» играю на бас-гитаре, с «Леди Сион» играл на бас-гитаре. Я вот низкочастотных инструментов, я в восторге. И этот не исключение, тоже как бас-гитара, такую же роль выполняет, только уже в этническом стиле. Мне кажется, что такие вибрации, да, еще вот по телу разливаются, и полезно, наверное. Думаю, даже да. А мы на улицу с ним выходили, то есть это же уличный, пляжный инструмент. Ну, а на мороз как? Ну, на мороз никак не выходили, конечно. Ну, лучше не выходить, не рисковать, мало ли. А летом на Ленинградской там играли на нем, собирались люди большой толпой. Это же ударный инструмент. Да, он как и ударный, и басовый одновременно. А барабаны при холоде что?
тоже садятся. Ну вот, то есть, в принципе, получается, ребята уже все попробовали в разных, получается, каких-то и температурах. Сейчас у нас процесс настройки, так понимаю, да, идет такой? Ну, такой, ненавязчивый. Ну, нормально, в режим реального времени, пока ребята настраиваются. Друзья, давайте еще у меня есть для вас билетики в кино. Сейчас предлагаю прям одним глазком взглянуть на кадр, потому что он очень простой и очень прям, мне кажется, оп, и нет его. Что там было, кто там был? Если вы увидели, звоните 202-11-22. Мне кажется, этот фильм, этот просто удивительный персонаж не должен никто забывать. Это тоже своего рода символ Рождества и Нового года. Звоните 202-11-22, билеты в киномечту на двоих вам достанутся. У меня все-таки главный вопрос. Понятно, что, может быть, нашему русскому человеку немножко это, как сказал наш зритель, так удивительно, экзотично. Но раз вы говорите, что хорошее количество просмотров на Ютубе и так далее, что говорят люди, иностранцы, кому это все близко, кто это слышит, но в такой обработке я интересно. Я, например, видел такой комментарий под видео. Угу. «Я в нее влюблен, хочу от нее хитов». От кого именно, я прошу прощения? А? От кого? От кого? От вокалистки, наверное, я думаю. Хотя знаешь, что же. Так-то нас тут это две. Что люди говорят? Вот мне бы хотелось сказать, неожиданно. Да. И совершенно не на ваш вопрос, то есть не про иностранцев, а сегодня буквально вот за 5 минут до эфира пришло мне сообщение, в личное сообщение моя дальняя знакомая из другого города написала... Увидела сообщение об эфире, просмотрела клип и написала мне, что «О, какая крутая песня, она зарядила меня энергией, это помогает мне выйти из депрессии, пришли вот еще». Это, да, я впечатлилась, она такая, по-моему, это супер, я вот поднимаю себе настроение настолько, что... Заряжаем банки с водой. На любовь и хорошую рассаду и богатство. На самом деле очень много хороших отзывов. Очень много писали в личку, там что ли, обсуждали, присылали, предложения какие-то были. Ну, то есть клип не просто так, и там вот именно, что дух Рождества мы передали. Да, и все хотят еще. И будет еще, потому что мы все это запишем. То есть вот сейчас мы обыграли, как бы обкатали программу, и она будет записана в студии. То есть будет пластинка 12 песен на Рождество, Леди Силан и Даб Лайнс, там два льва. Вот. И еще дело такое, что мы здесь играем в акустике у вас, а вообще, по идее, мысль была такая, чтобы замешать все это с диджеями, с электронной музыкой. И уже готовы практически все варианты. То есть на студии будет именно танцевальный вариант сделан. Вот вся эта экзотика будет подкреплена еще и таким ударным, таким хаосом каким-то. Или вот что-то. Как и MC-диджей же, мне кажется, тут тоже проник. Ноги растут. Откуда? То есть в клипе уже такой вариант, версии песни, и уже она более дискотечная, что ли. Вот так, друзья, кто не видел, заходите в нашу группу ВКонтакте, программу «Универсальный формат». Выложили мы видео и увеличивайте количество просмотров, в конце концов. Надо поддержать наших родных самарских музыкантов. Есть у нас звонок, давайте принимать. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Светлана. Светлана, очень приятно. Как ваше настроение? Вы, я так понимаю, тоже дома? Да. А как так случилось? Как так случилось? Почему вы не на работе? Я в декретном отпуске. А, ну у вас свой фронт работы. Расскажите немножко впечатления о той музыке, которую вы сегодня услышали. Потрясающе, мне очень нравится. Ребята зажигают прям. Подпевали хоть чуть-чуть. Это продолжение праздников. Это самое главное. Ну, хорошо праздники, я так понимаю, прошли? Очень, да. Всякие елки детские, новогодние выходы на улицу, снежки, горки. И хорошая музыка, хорошая компания, вот как сегодня. Конечно. Давайте отвечайте на вопрос, что же за фильм мы загадали. «Один дома». Ну, раз вы находитесь в декретном отпуске, не случалось ли ничего подобного? Не забывая ребенка нигде на елке? Нет, везде с нами. Точно всех пересчитали? Все дома? Все дома, да. Ну, это самое главное. Есть кому чего пожелать, поздравить, может быть, с чем-то? Все с наступившим Новым годом, с Рождеством, с наступающим старым Новым годом. Там еще крещение будет, еще много праздников. Весь январь. А потом там 14 февраля. Да,
и все остальное. Спасибо большое, отправляйтесь в кино, в киномечту. Ну, как-то так получается, что действительно январь праздничный. Будете ли вы где-то еще в январе в Самаре или, может быть, ближайшие концерты, где вас можно услышать, увидеть, потанцевать с вами? Ну, мы сейчас будем заниматься записью диска, то есть основная наша работа. Немножко мы сейчас возьмем какой-то перерыв там, потому что действительно напряженная очень такая новогодняя работа была проделана. И у нас ближайший концерт 23 января, да? 23 января с группой Шантинатти, там тоже известнейшие команды. И вот мы в Самаре совместно сыграем концерт. Леди Сион, Два Льва и Шантинатти. Любви. То есть вот 23 января ближайший. Приглашаем всех, приходите. Но там будет регги. То есть рождественская программа, все, больше. Сегодня вот последний эксклюзивный момент, когда можно послушать эти песни, как мы поем. Дальше они будут только на диске. Ну и на будущий год, наверное, будем опять играть. Не, на самом деле здорово, когда будет свой собственный такой самарский продукт, пусть известные песни, но которые захочется включать, да, вот, и создавать себе там такое-то настроение, так или иначе, в машине ли, дома ли, на работе ли, где-то там в плеере и так далее, ходить, напевать, а мало ли, у нас еще старый Новый год, так что вы не переживайте. Я уже забыл про него, да. Вот, кстати, только наш народ отмечает и празднует. Ну, у нас остается 5 минут до конца программы. Буквально, наверное, от каждого по паре слов, кому чего хочется сказать, пожелать, камера ваша напротив. Гунь, давай с тебя начнем, там Никита подтянется еще. Чего хочется сказать? Я желаю всем нашим поклонникам нашего творчества, всем людям, всем самарским людям, всем растаманам, в первую очередь, духовного здоровья и любви прямо в сердце. На весь год. Ники, давай. Я всем желаю большого счастья в грядущем году, чтобы осталось все ненужное в старом, все нужное мы взяли с собой. Всем мир. Коль, может быть, ты там в микрофон там чего-нибудь скажешь от души с Новым годом? Ну, всех благ. Это самое главное. Так, давайте, девочки, вперед. Я желаю понимания, приятия, совместного плодотворного труда и этих прекрасных плодов, наконец-то, сбора этого урожая в этом году. Это самое главное. На всех фронтах. Это самое главное. Аня, камера твоя здесь. Так, да. Можем чуть-чуть, да, Риану подвинуть, чтобы у всех было видно и хорошо слышно. Так, ну что, я хочу пожелать вдохновения в простых вещах людям обнаруживать, вот, наслаждаться музыкой, дыханием каждым днем и побольше быть красивыми и вкусняшек. Вот так. Вкусняшки! Сыграем же! Сыграем же! Джингл Беллс! Джингл Беллс!
слышу. А можно, да, подержу? А там надо как... Вот он, тот самый волшебный звук, который, мне кажется, сопровождал нас все эти праздники. Надеюсь, звон в ушах у вас прошел уже, дорогие друзья. Включайтесь в этот новый 2016 год. Мы его зарядили как могли. Ну, а если у вас, друзья, есть какие-то интересные темы для наших эфиров, вы хотите стать героем нашей программы, смело можете оставлять свои заявки в нашей официальной группе программы «Универсальный формат» ВКонтакте. И если хочется о чем-то рассказать, смело можете использовать эту площадку прямого эфира для своих удивительных историй, для своих удивительных друзей, людей творческих. Тем не менее, как эти замечательные ребята сегодня зарядили хорошим настроением. Всех с наступившим, хорошего самочувствия, здоровья желаем, радости в новом году. Ну вот уже такая песня у нас получается в прямом эфире практически. Друзья, мне кажется, можно тогда, знаете, так вот продолжать вот до конца эфира. Начинается импровизация, просто споем, все в группе. Like me, the lady said.